Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. На ферме в Малмыже животных морили голодом. Речь идет об агрофирме «Калинина», которая сейчас находится в процедуре банкротства. В областном Минсельхозе пояснили, что конкурсный управляющий передал имущество арендатору, который недобросовестно выполнял свои обязанности. Это привело к перебоям с кормлением животных. По данным правительства, на 1 декабря на ферме содержалось 477 коров. Между тем, СМИ со ссылкой на уведомление от конкурсного управляющего пишут, что в документах о купле-продаже животных ранее фигурировала цифра в 520 коров. В сообщении правительства не говорится, сколько именно животных погибло от голода. Лишь подчеркивается, что на данный момент падеж остановлен, а ситуация с кормлением нормализовалась. Экономика. Средняя зарплата в Мурашах выше, чем в Кирове. Жители Мурашинского района с января по сентябрь этого года получали в среднем по 48 600 рублей. Это на 15% больше, чем по региону. Самые доходные сферы – транспортировка, хранение и обрабатывающее производство. Кировчане при этом получают на 1000 меньше, чем мурашинцы. Средняя зарплата в областном центре – 47 400 рублей. Это второе место. Самые низкие доходы в регионе – в Санчурском районе – 28 800 рублей. Почти на 30% меньше, чем средняя зарплата по региону. А она составила за 9 месяцев 42 100 рублей. Это на 12% выше, чем за такой же период прошлого года. В эфире «Экономика». Индекс производства в Кировской области превысил общероссийский. В ПФО по этому показателю наш регион на третьем месте после Татарстана и Удмуртии. Так, за прошедшие 10 месяцев этого года индекс промпроизводства в обрабатывающей отрасли в Кировской области составил 101%. В среднем по России он 99,3%. Обрабатывающие предприятия региона с января по октябрь отгрузили продукции почти на 300 миллиардов рублей. Наибольшую долю в общем объеме отгруженных товаров занимает производство химических веществ и продуктов. Численность работающих на обрабатывающих производствах более 81 тысячи человек. Средняя зарплата 40 тысяч рублей. И в завершении выпуска о курсах валют: доллар сегодня 63 рубля 36 копеек, евро 67,45. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».